Сегодня 27 августа. Мы находимся на территории стройки горбольницы. Поступила информация, что здесь есть щенки, которые беспокоят персонал и больных. И вот мы забрели на эту территорию. Конечно, живописная территория. Тут можно устроить полноценный собачий приют. Ну, по крайней мере, я думаю, что они должны быть здесь очень счастливы, если их только не отстреляют. Но пока никого нет. Я приходил утром, часов 8. Тишина, никого нет. Поговорил с персоналом. Да, есть щенки, да, облаивают. Особенно санитаров по ночам. Ну вот, мне не везет, я их не вижу. Еще интересно понять, в каком количестве они здесь. Но место, конечно, сказочное. Тут можно устраивать военно-патриотические занятия для следопытов. Для бойскаутов. Сейчас будем выбираться отсюда. Так, выбрались. Выбрались. И нет собак. По крайней мере, я не вижу. Может быть, они и есть. Но на свист они не отзываются. Сейчас посмотрим на территории. Сними, что мы прям здесь, что по месту. Больницу сними, это не узнаваем. Пока. Пока пойдем на территорию, все-таки еще погуляем по этому, по этому долгострою. Вот, кстати, наша больница. А мы пойдем поищем логово. Там, кстати, не нашел вход под крышу? Нет. Наверное, нужно с другой стороны зайти, потому что там кустами все поросло. Вот мы можем по тропинке идти, да? Пока да. Вот тропинка. Это же собачья тропинка. Ну, скорее всего, вряд ли. Больше никто не ходит. Часто. Так ходят, я думаю. Так, вот допустим сюда. Здесь ты был. Вот дальше ты едешь. Я вот здесь был, да? Да, вот был. Вот такая красота. Затерянный мир. Да. Там вообще какая-то Нарния. Нарния? Ну такая трава красивая. Ну, тут можно провалиться в больницу. Тут оно, да, просыпается потихонечку. Так. Тут такие полузасыпанные окна, знаете, а за ними прямо вот... Осторожно, этот самый прямо такой... Чертов. Да. Осторожно, там тоже осыпается влево. Так, а вот и Нарния. Ну что ж. Мы... Слышишь, там лает тоже? Мне кажется, они там сейчас. Где? Вот там. На той территории вообще. Лаяли, слышишь, только что? Ну да. Синки. На территории. Между собой погрызли. Вот такие. Вот тихо-тихо, ну. Только что лаяли. Ну это мало, это всего две собаки, нас интересует их тут. Я думаю, их штук 7 должно быть. Там даже не знаю. Так. Сказали, сколько их было? Нет. Ну, несколько. Не хватает крыши. Это все, конечно, красиво, но нужно логово. А для логова нужна крыша. Вот логово, пожалуйста. Ну, в какой-то зачем мере. Крыша? Смотри, вот ластыки под фундамент, и все. Ну, в какой-то мере, да. Живи не хочу. Я просто имею в виду, что они могут в любом месте быть. Да, вот какой-то ласт.
Могут. Другой вопрос, что сейчас они не будут сидеть в логове, скорее всего. Они будут где-то лежать. А их нет. Можно по территории походить просто. Отсюда возникает вопрос, да. Отсюда возникает вопрос, они вообще еще здесь? Будем надеяться, что здесь. Я так думаю, их не так просто было бы, судя по тому, как они... Кто? Впрочем, не знаю. Так, еще здесь пройдемся, посмотрим, да? Что сломал? Свою жуткую цепочку последнюю. Я уже все сломал, которые у меня были. Еще я это сломал. На самое жуткое, ну как оно. А нет, все получится. О, какая красота тут. Это нереально. Ну просто круто. О, смотри, вот это точно логово. По крайней мере, вырыто, да? Лёшка, по крайней мере, 100% да. Лёшка. Какая-то Лёшка, да. Такая, знаешь, как раз на текущее время, когда жарко. Так, ну туда выходить, наверное. Они, значит, скорее всего, кормятся сейчас. Кормятся? Да, они ждут где-то корма. Раз их нет, где тут столовая, интересно? Точно. Я, кажется, идем. Знаю, где тут столовая. Идем к столовой. Я тебе покажу, что где тут столовая. Нам туда выходить, куда мы вошли. Ну, в окно. И, кстати, пойдем сейчас на всякий случай посмотрим под крышу, да? Да, пойдем под пока крышу. Мы тут близко. Вот смотри, тут лучше еще тропинка. Да, прям реальная тропинка. Давай. Оп-оп-оп-оп. Так, вот мы пришли оттуда и видим такое типа логово. Не уверен, тут так поросло, наверное, бы они здесь прорубились. Какой-то тоннельчик, но нет. Так что, скорее всего, начнет где-то в другом месте, прячется от дождя. Или в другом месте. Там тропинка есть? Или ты так идешь? Нет тропинки? Нет. Тогда нет смысла туда идти. Можно зайти наверх и поискать. По краю пройтись и посмотреть, есть ли где-то вход. Если где-то. Но как они туда попадают? Ну это мы можем определить легче прямо здесь. Непредсказуемо. Вот у нас есть. Да, у нас есть чудесное помещение. Но нет уверенности, что в это помещение есть вход. А, вот крыша, видишь? Крыша открыта. Есть. Так. Проверяем тропы. Подходят ли тропы? Здесь засыпано. Здесь нет. Ну вот. Тропинка? Нет. Ну вот, все, здесь есть крыша, есть. Ну замечательное место. Все условия, да. Посмотри, как тут уютно. Очень уютно, только надо понять, как сюда попасть. Да попасть мы уже нашли как, только вопрос как? В том, что они... Вот оттуда как зайти, я не знаю. А, нам попасть? Ну, даже собакам. Собакам ты видел, как попасть. Вот оттуда, где мы пришли, там под кустами прекрасный проход для собак. Просто не для нас. Да? Да, под колючими кустами. И плюс, ну, как, когда мы сейчас пришли, вот это то, что ты снимал, которое как бы логово. Да. Туда можно пролезть без особых проблем, мне кажется. Они просто но не делают не вижу, этого. Я не вижу следа. Они там, не делают. Там нет следа. И может это им не нужно по каким-то причинам. Но это реально. Ну это все очень уютно и реально. Тут можно содержать собак 300 в вольном выгуле. Без проблем. Только забор отремонтировать. Было бы желание. По периметру прекрасный забор. Здесь заборы огородные. Но тут забора нет. Вот это минус. Вот здесь забора нет. Этот проход закрыть. Подожди, тут проход, видишь, тут люди проходят. Ну и что, подожди, здесь ты имеешь в виду?
Это же крыша. Нет. Я имею в виду всю территорию. Всю территорию? Зачем всю территорию? Здесь ну, достаточно же самого здания, оно огромное. Да? Да, и у него есть стены. Тут надо, по сути, только... Но речь не об этом, потому что в любом случае они будут лаять, и тебя здесь рядом с больницей никто терпеть не будет. Ну, это да. Но так, да, такие здания, это, конечно, находка. Ну, да. Шпиона. Да-да-да. Я даже этой высоты побаиваюсь. Что ты делаешь? Нет. Неправильно. Слушай, так. У тебя пустой рюкзак, а у меня ты парашют. Не положил в него ничего. У меня парашют. А у тебя воды нет? Есть. Есть. Совсем немного. А, тогда не надо. Не, не, так я тоже ее... Я ее не пью. Давай. Ты не пьешь? А что ты делаешь? Я ее руки только мою. Я вообще пью только когда ем. Вот. Попробуй. Ей уже дня 4. Отлично. Отстоялась. Отстоялась. Ребята, мне больше нравится. У меня террасочка, она берет горло. Так, пока выключаем. И ищем собак по территории. Мы нашли кого? Да, ты что? Как Багира черный. Но это не щенок. Ведет себя спокойно, это, наверное, просто местный. Ну, идем искать дальше. Не реагирует даже без этого рызва. Кажется, мы кого-то нашли. Так где-то возле... Нет, пока нет. Но они худые. Девочки говорили про подростков красивых. А эти бедные несчастные и дикие. Смотри, как они уходят от человека. Всего два. Сейчас мы их из фоторужья щелкнем. Красивые, но худые. Скрылся фоторужья. Сейчас второй выйдет. Хитрец. Я не схватил его. Но они реально дикие. Да, они близко не подпускают. Сейчас их отсюда. Сейчас мы как раз сейчас идем к одному из мест, о которых я говорил. Большая непонятная территория. Вот они. Ушли.